Ивана Дальневосточного хочу. А мне и возьму. Все общаю, нигде не нашел. А мне без этого тирамису никак домой нельзя. Вот. Подожди, так тирамису или крама? Ну, Христа, ну, темный ты человек, академик. Тирамису – это японское название этого краба. Я сам думал, что это пирожное, пока Ивана не встретил, слава богу. Это он тебя просветил. Ну да. Это у нас груша. И что? Ну, первый апрель. Очень красивый цвет. Это все, что он меня зараза разыграл. Я не знаю, что я с ним сделаю, когда встречу. Что это такое? Оказывается, это китайская у нас головоломка. В каждом ряду должны быть знаки, которые не повторяются. Или цвета в данном случае. Где это схема? Вот она, пентаграмма, допустим. Вот, наносим либо символ, либо что-то. Получается, вот, ни цвет не повторяется ни в одном, ни рисуночек. Ой. Рисуночек здесь как бы. Ну да, это так. Имеется в виду прототип. Рисунок вот здесь. Да, во. Вот такая вот китайская головоломка. Или голову ломка. Кому как лучше. Ну, вообще интересно. Handmade. Made in... Женек. Made in garage. Да, made in garage. Вот так вот. Вспышка слепит. Да.